Ниже головы несчастные! Не видите, кто идет? Гнев расчищен, отец Фердинанд. Призыватели ждут у круга, ибо, как вы превосходно сказали... Они придут и поведут нас, как предначертано. Мы не убоимся крови. Высший промысел скоро будет исполнен. Благословите нас, темный отец. Полагаю, они ждут вас, искатель. Я всего лишь посвященный, а вы переоделись их старшим призывателем. Становитесь в круг, темный отец. Вознесем хвалу тьме, что ведет нас к свету. Начато, и одержим верх над неверными. Об успехе похода помолимся. Явитесь к нам в ореоле священного безумия. Явитесь, воины церкви. Хвала вам! Кровью жертв мы открываем вам дорогу! Мы протягиваем вам руку! Ныне свершится! Мы готовы! Помолимся, братья! Я слышу их! Они идут! Они удерживают пленников. Нельзя терять время, искатель. Вы поняли, искатель? Церковь Ночи верует, что фитронийский разлом появился не в результате потрясения. Где я? Вернувшемуся. Хвала Термеру 3. Бессмертный тень и не испытываю страха. Будьте настороже, темные братья! Вы готовы, дети мои? Уже близко. Никому не скрыться от владыки безумия. Замысел Рубиона велик. Никому не скрыться от владыки безумия. Пришла пора снять маски. Какая? Смотри в глаза безумию. Сейчас я покончу с тобой! Нет! Дарон? Вот это неожиданность! А ты кто такой? Тот, кто однажды тебя упустил, но сейчас исправит ошибку. Кусатот, владыка безумия. Вот мы и встретились вновь. Верно говоришь. Я все же старосту бы проверить. За паука, как за зайца. Где это видано? вернули мне оленя, проклятые. Хорошо, главное, стоял близко. Каждая жилка на глотке. Потерял! Запах всюду, по всему лесу. Где искать? Где ты, хозяин? Ку-ку, ку-ку! Не найти. Это вы, ваше благородие? А господин Аман не с вами? Это хорошо. Вы уж человек. Железная игла? Боюсь. Рука, братья, ходить, схлакать. Твоя тоже бить? Твоя искать белая женщина. Когда моя плакать, она утешать. Твоя тоже. Диаболь Форста. Он бросился к нам, взывая о помощи, а они встретили его мечами. Нет, это было когда-то нас было много. Мы жили в каждом источнике, в каждом лесу. Назад мы с сестрой повздорили. Она говорила, нам нужно забыть обиды и заново... Земля раскалывается. Источник разрушен. Источник пропитался черной кровью. Я знала это. Мне кажется, я знала с того самого мига. И не теряйте веры. Я ведь тогда сумела исцелить одного из бизонцев в группе. Давайте попробуем. Только прошу вас, будьте осторожны. Мой камешек, хороший был денек. Плеск водопада, запах лесных цветов. Спокойные и радостные дни, когда мир еще был юн и принадлежал. Я принимаю твою помощь. Ветви распутятся, и страшно пойдет. Пламя. Тьма. Горячо, горячо. Как бы вовсе не сгореть. Назад пойдешь, демона раздернут. Мы ждем приказаний, владыка. Вам хватило крови и ужаса? Да, врата готовы открыться. Превосходно! Пусть легионы безумия выступают на Боэр-Морхен. Люди сами принесут мне ковчег. Все уже кончено. Наш враг опять сбежал. Но он успел добиться того, чего хотел. Наши земли постигла общая беда. Настало время объединиться. От имени народа духов я протягиваю вам руку. А ты, сестра? Я согласна. В этой войне мы будем с вами.